Пропавший найден. Группа сотрудников полиции и МЧС, которая разыскивала в Пихемском районе 3-летнего мальчика, нашла его живым. Напомним, мальчик пропал 18 сентября в селе Худ Пихемского района. Он проживал вместе с бабушкой и дедушкой, играл во дворе дома, а потом исчез из поля зрения взрослых. Когда самостоятельные поиски не принесли результата, они обратились в правоохранительные органы. В поисковых мероприятиях участвовали более 100 сотрудников полиции и МЧС, в том числе кинологи МВД и спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда. Сегодня утром около 10 часов 30 минут по местному времени ребенка нашли в 3 километрах южнее села Худ. Ребенка обследовали и, как сообщили нам в МВД, у него удовлетворительное состояние здоровья. Ребенка, к счастью, нашли живым. Нашли его в 3 километрах от населенного пункта, где он проживал и находился. Нашли его группа родственников, которые также были привлечены к поиску. В настоящее время санавиации ребенок был доставлен в город Кызыл для оказания профессиональной помощи медицинской, потому что на первый взгляд по ребенку было видно, что были признаки истощения и переохлаждения. Поэтому, чтобы обезопасить здоровье ребенка, он был доставлен в город Кызыл для оказания более профессиональной помощи.